Роман Жук 9, Василий Иван Василий приглашает. Роман 9, Василий Антон Иван. Роман 9, Василий Антон Иванович. Роман Жук 9, Василий Иван Василий, прием. Ну-ка еще раз включи, Сибирь. Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Роман Жук 9, Василий Иван Василий, работает ограничение, прием. Да, принят. 5-9 плюс 40, даже плюс 45 иногда моргает, я тебя принимаю. Ну, не знаю, качество сигнала, на мой слух, по-моему, нормально. Такой пробивной, четкий, Андрей. Да, Женя, а как вот ветер дергается сильно или нет? Он дергается вот 35-40 и иногда плюс 45, но ниже, чем... Плюс 35 он не опускается. Чуть-чуть, вот одно деление иногда моргает. Сейчас я покрупнее сниму. Так вот поближе тебе будет виднее на приеме. Сейчас я ролик записываешь на приеме. Да, сейчас эта экшн-камера работает, которую купил, про которую тебе рассказывал. Сейчас сразу же и выложу на приеме. Да, принято. Видеокамера HD-качество. Роман 9, Василий Антон Иван. Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Нету больше, скажи, не да, за приеме? Нет, я ничего постороннего не слышу. Нормально все. На приеме. Да, Жень, принято. Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Работает с ограничением, с ограничением, с ограничением. Роман 9, Василий Антон Иван, здесь Роман Жук 9, Василий Иван Василий, Роман Жук 9, Василий Иван Василий, ограничение выключил на приеме. Ну и Эсметр абсолютно так же реагирует, как бы ничего не изменилось по показаниям Эсметра. На слух такой более такой натуральный стал голос, как бы более такой живой, приятный, как многие любят. Ну, не знаю, информативности ни капли не потерял. Тем, что ты выключил ограничения. RG9 VV, R9 VI на приеме. Информативности не потерял. Так. Когда включил ограничитель или когда выключил? Когда выключил. Просто как бы с ограничением там более ярко выражены вот эти вот средние и высокие, такой подъем идет. Такой пробивной сигнал. Вот. А сейчас ты выключил ограничение и низкие добавились, как бы такой, не знаю, как-то, не знаю, не объемчик, что ли. То есть с ограничением такой более такой плоский высокочастотный сигнал, а здесь как бы такой он немножко побогаче стал, более такой широкий спектр частот на приеме. Да, понятно. Ну, как бы для местных связей-то надо вот без ограничения, а с ограничением надо подсмотреть работать на приеме. Да, вот сейчас, кстати, вот покрупнее взял вот на видео. Без ограничения сигнал прыгает от плюс 20 до плюс 40 дБ. Вот, а с ограничением включенным, когда ограничение включено у тебя, то практически постоянно плюс 40 держится. Вот так вот. Ну, будет видно тебе на приеме. Да, Жень, вот этого я и хотел добиться, чтобы это, когда говоришь, средний фикс-фактор был маленький, и как бы это не прыгало с метров на приеме. Ну, в принципе, ты этого и добился. Вот сейчас вот опять вот, у меня шум здесь, услышишь, увидишь на видео, очень сильно шумит какая-то помеха местная. Ну, плюс 20-плюс 40, даже иногда плюс 45. Вот. А с ограничением 35, в основном 40. Чуть-чуть вот одно деление иногда мигает на приеме. Да, Жень, принято. Принято. Самое главное, чтобы не было искажений на приеме. Да нет, абсолютно никаких искажений не вижу, но и не слышу. Все в порядке на приеме. Роман 9, Василий Антон Иван. Здесь Роман Жук 9, Василий Иван Василий. Вот снова включил ограничитель, Женя, на приеме. Ну, разница есть. Ты ее увидишь и услышишь, как бы. Есть разница. Ладно, сейчас подключу камеру и это залью ролик, сам себя послушаешь и посмотришь, как работает у тебя ограничитель на приеме.
Да, Жень, спасибо. А ты на Icon, да? На свой приемник на время? Нет, 450-й. Я тюнером отстроил, но... Сейчас, подожди. Так, вот. О, тут КСВ-то зашкаливает вообще. Я работаю, смотрю, он что-то у меня неполную мощность в антенну отдает. А оказывается, тюнер-то что-то обход включен на тюнер. Сейчас, секунду, я подстроюсь. Так, ну вот, все. Нет, сейчас, подожди секунду, он сбрасывает. Так, ну вот, нет, все равно сбрасывает. Слушай, что-то это... Что-то не то с антенной. Ладно, как бы это... На этом эксперимент и закончим тогда. RG9VV, R9VI. R9VI, RG9VV. Жень, спасибо. 7-3. Ну вот. Вроде бы как отстроился. А, алло. И тут же сбрасывает.